Всем привет, друзья! Получил посылку. Здесь должно быть 50 драйверов, контроллеров, в общем, микросхем, шин-микросхем для блоков питания импульсных. Это именно микросхема OB2263. Их должно быть 50 штук. И для чего их вообще купил? Купил из Китая. Посылка пришла аж за 62 дня. Но обошлись они мне в $7.16. То есть все 50 штук. А у меня, как я уже показывал в видео, купили светодиодные ленты сразу со всем комплектом. Вот у меня есть обзор этих лент. Там был блок питания, лента, одна лента РГБшная с блоком питания своим, вторая лента обычная белая, тоже со своим блоком питания. Блок питания похож на ноутбучный, якобы 72 ватта. Ленты жрут максимум там 45 ватт. И в общем, оба блока питания сдохли. Сначала один сдох, потом второй сдох. Ну, я разобрал, там все, короче, вспыхнуло, все сгорело, ну, транзисторы это все мы поменяли, а вот драйверы, ну, транзистор такого, что там было, у меня не было, но я поставил аналоги, которые даже получше, а вот с драйверами напряженка. У нас в Молдове они продаются, но один стоит $2.5. Ну, на мой взгляд, это очень и очень дорого. Более того, там у меня все сгорело, я вроде восстановил, я не знаю, куплю сейчас один драйвер, запаяю его, включу, и вполне возможно, что он у меня опять вспыхнет. То есть мне нужно будет купить второй драйвер. 2,5 плюс 2,5 это вообще $5, а здесь 50 штук за 7,16. Блок питания терпит, люди готовы ждать, но я решил сразу заказать 50 штук. Более того, на два блока питания потребуется два драйвера, но на тот момент я не знал, что второй тоже сгорит. Так что эти блоки питания, они все очень китайские, так что не ведитесь, что за $9 якобы 75 ватт, там 75-72 ватт и в помине нет, он от 45 сгорает от перегрева. В общем, не знаю я, что это за драйверы, как они по качеству. Сейчас посмотрю на маркировку. 83E31, точнее не 83, а 63. Да, в принципе, так они и должны маркироваться, как бы вроде бы все правильно, но опять же, то, что они пришли, единственное, что вы можете, это посчитать количество, и если не совпадает, отписать продавцу, там, открыть спор, что количество не совпадает, больше вы сделать ничего не можете, то есть их нужно в любом случае перепроверять. Так, здесь 40 штук, ну и здесь должно быть 10 остаться. Да, ровно 50 штук. Ну, вот так, в общем, друзья. Такие драйверы, видео по ремонту данного блока питания, чтобы вы видели, как там все вспыхнуло. Также видео по вот этим ледовским лентам с этими блоками питаниями, вот когда я их раскрывал, показывал, вот здесь ссылки вы сейчас видите. Можете перейти посмотреть, думаю, вам будет интересно. Но, тем не менее, когда я сказал о своем решении своему коллеге, что вот я решил все-таки не покупать у нас за 2,5 бакса, а купить все-таки в Китае за 7, мне сказали, правильно сделал, потому что вполне возможно, что у нас она есть только в единственном экземпляре. И, допустим, спалив ее, ты бы подошел бы к этому человеку, и он бы тебе сказал, что вот наличий больше нет, нужно ждать, я закажу там, ну, в общем, правильное решение. Я надеюсь, что они все же будут у меня работать, но это все вы сейчас увидите в конце видео. Все, всем спасибо, всем пока и удачи. Ну и конечно же, не забываем ставить лайки, вы тем самым очень поддержите меня. Пока.